Моя любимая тема по поводу скидок. Эта тема у меня началась еще, знаете, больная тема. Началась, когда я вот на проекте Тони Робинс работал. И я там был главным маркетологом. И каждый раз, когда, значит, клиент был чем-то недоволен в компании, да, причем по любой хуйне, да, там типа, мне не понравился Тони Робинс. Значит, все, компания дает скидку или возврат. А почему Тони Робинс был не все 5 дней, а только первый и последний день? Хотя об этом информация везде была. Все, дается скидка или возврат. Значит, не знаю, там, мне не понравилось, что Тони Робинс матерится. Дайте мне возврат или скидку. Вот. И каждый раз вот я вот это видел и спрашивал у основателей. Я говорю, как бы, может, мы уже прекратим скидки давать? Ну, как бы, что за чушь? Почему мы это делаем? И мы все это продолжали. А потом сооснователь компании Гил Питерсил, да, вот мне однажды понравилось, когда он уже не выдержал, да, там у нас было очередное мероприятие в Лондоне, да, там мы там 3000 человек русскоязычных собрали, значит, опять какая-то неадекватная баба с яйцами начала там, значит, истерику, типа там, блядь, что-то мне не нравится и так далее. Он ей так классно ответил, он говорит, слушай, дорогой клиент, да, там, моя задача взять с тебя деньги и оказать тебе сервис. Мой сервис заканчивается, знаешь, где? Вот я тебя взял и привел сюда. Я не отвечаю ни за организацию этого мероприятия, ни за Тони Робинса, ни за спикеров. Моя компания тебе помогает просто сюда приехать вживую, да, там, посмотреть на Тони Робинса, да, при этом обеспечить тебя отелем, едой и там другими моментами, да. Я не являюсь этим владельцем Тони Робинса и так далее. Моя компания обслуживающая. И мне так понравилось, да, вот это вот отношение, да, вот. Я тогда даже в шутку придумал почту для клиентов, которые задают вопросы, пошел нахуй называлось, да, собака там, наше, название нашей компании .com, да. Ну, конечно, мы не отсылали эту почту, но вот у нас там внутри компании такая ржака была, да. Я сейчас объясню, почему я так считаю, да. Не потому что я там, знаете, бунтарь и наглый, и как мудак себя веду, нет. Что такое скидка? Скидка, вот если вывод дать, это когда вы подписываетесь в собственной некомпетентности, и вы настолько не уверены в качестве своего продукта и не можете донести ценность этого продукта до клиента, что вы таким образом даете скидку. А еще скидка – это манипуляция со стороны клиента, то есть он садится вам на шею и, соответственно, ну, начинает играть жертву, да, типа, блин, дайте мне скидку, потому что вот мне там плохо как-то, еще что-то. А вы, добрая душа, на это соглашаетесь. При этом теряете, потому что цена, которую вы ставите, она же не из потолка берется. Ну, конечно, у кого-то она с потолка берется, да, но я говорю прямо про нормальные компании. В цену включается себестоимость, фот, аренда, издержки, маркетинг, какие-то там эти траты, да, то есть цена, она не просто так образована, то есть там все посчитано. И когда делается скидка, по сути, вы у себя из кармана высовываете, только потому, что вам кто-то что-то сказал. С таким же успехом можно просто дарить деньги. Знаете, вот клиент к вам пришел, вы, на, тебе 20 тысяч, тебе, блядь, 30 тысяч, тебе там 50 тысяч и так далее. Еще раз, вот скидка – это когда вы подписываетесь в собственной некомпетентности и в невозможности донести ценность до клиента. Когда мне говорят, Макс, у тебя классный курс, а можно я заплачу пополам? Вот можно мне внутреннюю рассрочку? Вот условно, у тебя там стоит 100 тысяч, да, там обучение. Давайте сейчас 20 дам, а когда я заработаю деньги, да, там, значит, я с этих денег тебе отдам. Ну, у меня разговор короткий с такими клиентами. Я просто менеджеру своему говорю, нахуй посылай таких и все. Мне говорят, это не клиентоориентировано. Возможно, это не клиентоориентировано. Почему я так делаю? Потому что у меня небольшая компания. Я не Apple, у которых там 1000 сервисных менеджеров, да, которые могут там красиво говорить. Я ИП Белоусов. У меня пару менеджеров, да. Мне пока хватает, чтобы зарабатывать с такой структурой несколько миллионов в месяц. Когда мне нужно будет больше, возможно, я буду нанимать людей, да. И, возможно, у меня там появится какая-то клиентоориентированность, да. Но я себя ценю. Знаете, вот у меня с детства есть гордость, да. Я вот уважаю себя и собственные продукты. Я знаю ценность этого продукта. Если я продавал херню, у меня бы вообще бы никто не покупал. И не было бы отзывов. Они у меня есть, да. И, соответственно, когда вот мне такой человек говорит, типа, давайте 20 заплачу, а потом доплачу, а я так делал, я шел навстречу. Как вы думаете, что с такими людьми дальше происходило? Они пропадали. А одна дура даже взяла и скачала мой курс тогда, и он появился в сети.
да, не новый, который сейчас, да, там стратегический маркетинг, а до этого. И сколько я трахался с тем, чтобы это все удалить с этих пиратских сайтов, вы не представляете, да? И сейчас, если так вот будет, у меня стоит защита на видео, я пойду в суд просто судиться с такими вот замечательными клиентами. Другой случай интересный был, когда я одной тетеньке, значит, на наставничество дал скидку. Да, вот у нее денег не было, я вошел в положение. Эта тетенька проучилась 1,5 года вместо года, то есть она получила сверхценности и попросила возврат. Она говорит, у меня сейчас тяжелая ситуация, где сделай мне возврат, пожалуйста, да. Почему так происходит? Потому что когда клиент вам не может заплатить стопроцентную оплату, а неважно чего, обучение, по стратегиям, у меня тоже так же, у меня стопроцентная предоплата. То есть сигнал того, что клиент не видит в вас ценности, это именно то, что он просит скидку или рассрочку или еще что-то. Это сигнал того, что он не может увидеть стопроцентной ценности в вашем продукте. Если у вас продукт стоит 100 тысяч, а он готов заплатить 20, то именно на 20 тысяч он видит ценности в вашем продукте. Вы мне можете возразить, Макс, ну, возможно, у клиента нет денег. А когда я имел свой бизнес, у меня был свой бизнес, да, и у меня был отдел продаж, который я сам выстраивал, потому что я еще в продажах занимаюсь, да, долгое время. Я 2 года занимался тендерами нефтяными, я продавал там, да, я в продажах знаюсь. Вот, когда вот такое происходит, это значит, что вы просто не донесли ценность. Еще раз, да? То есть вы не смогли раскрыть ценности, да? И когда вот клиенты, еще раз говорю, да, там говорят, давай там, значит, предоплату 10-20%, это значит, что из 100 тысяч рублей стоимости вашего продукта они видят ценности на ту цену, которую они, соответственно, вам платят. И еще раз, да, возвращаясь к вопросу, если вы мне говорите, у клиента нет денег, вот я своим продажникам говорил, что нету такого возражения, нет денег. Нет денег именно на вас. Деньги-то есть у клиента, только на вас этих денег нету. Что значит на вас нет? Это значит, что клиент готов купить себе iPhone, с которого он вам звонит. У него есть деньги на квартиру, в которой он живет, у него есть деньги на шубу, в которую он ходит, у нее есть деньги на сумку Фурла, с которой она пришла на встречу. Но на обучение у нее денег нет. Так это вопрос приоритета и ценности конкретно этого человека. Не вас, человека. Понимаете? Вот поэтому у меня нет скидок в компании. Вообще, я никому не даю скидки. У меня есть рассрочка, но она банковская. И клиент сейчас платит за процент. Это его проблемы, что он не может полностью оплатить. Я не хочу платить. Я последние 2 года, предыдущие, я оплатил за рассрочку для клиента. То есть, условно, если у меня обучение стоит 100 тысяч, и клиент берет в рассрочку, мне на счет падает 65 тысяч. Я плачу за все комиссии за рассрочку. А потом я себя спросил, а какого хрена, извините, я должен это делать? Это проблема клиента, что он не может заработать на мое обучение. Ну так и пусть идет, не знаю, там, кредит берет, я не знаю, там, деньги взаймы. Когда мне что-то надо, я это делаю, я зарабатываю на это. Вы же не придете в компанию Rolex и скажете, слушайте, мне так нравятся ваши часы, ну давайте не за 1,5 миллиона, а за 100 тысяч, вот у меня просто денег-то нет. Он так тебе скажет, ну так нету, так иди заработай. Часы 1,5 миллиона стоят для всех. И тем более для друзей, друзья мои. Никогда не делайте скидки друзьям. Это большая ошибка, потому что есть два типа связей. Социальные, деловые. Когда вы делаете скидку и помогаете, это социальные связи. Вы же бизнесом занимаетесь, вы же деньги зарабатываете. Поэтому ни в коем случае ни родственникам, ни друзьям никакие скидки. Есть две роли ваши, социальные и деловые. Когда к вам приходят как к Максу, маркетологу, это деловая связь. И вы делаете работу. Если клиент работой недоволен, в договоре прописывается там за итерации правок. При каком случае возврат делается? Это нормально. У меня тоже есть клиенты, которым я делаю возврат вообще без вопросов. Если действительно им что-то не нравится. Да, бывает, я не всем могу нравиться, не всем могу угодить. Но когда изначально такая риторика идет, понимаете, что такое деньги? Деньги – это энергия. Человек тратит время, энергию, чтобы заработать эти деньги. Это ментальный договор между вами и клиентом. И когда вы что-то делаете бесплатно, либо меньше за меньшую стоимость, то перекос идет и в вашу сторону, и в сторону клиента. Это закон баланса, понимаете? Две системы должны балансировать. Закон Ломоносова. Где убыло, там прибыло. И когда вы вот так вот вы делаете скидку, не скидку, то вы, по сути, понижаете ценность в глазах клиента. Чем больше клиент платит, тем больше он видит в этом ценности. Бесплатное не ценится. Соответственно, чем больше клиент заплатит нужную цену, да,
тем больше он будет вовлечен в ваш продукт, и тем больше он получит пользу. Это проверено. Когда я продавал курсы свои за 25 тысяч рублей, ни хера не ценилось. Как начал продавать за 300, у всех результат, все выходят на доходы миллион плюс и так далее. Почему? Информация одна и та же. Но я вкладываюсь больше. И самое, что важное, ученики вкладываются больше. Когда я продавал стратегии за 100 тысяч рублей, на эти стратегии даже не открывали. Мне подписывали акты и до свидания. Когда я начал продавать стратегии за 500 тысяч, за миллион, эти стратегии начали внедряться, потому что клиенты вкладываются в это своим временем и энергией. И клиентам будет полным долбоебом, если заплатил за что-то 500 тысяч или миллион и не начал это делать, как минимум отбивать эти деньги. Вот. Вот это моя позиция, тем более в кризис. Кризис не ваша проблема, не вы эту войну сделали, не вы сделали кризис в экономике и так далее. Вы, предприниматель, ваша задача обеспечивать ценностью клиентов своих. И есть за эту ценность цена. Поэтому ни в коем случае не давать скидку. Это моя позиция.